Сегодня в Кызыле состоялась торжественная передача 20 новых автобусов МУП «Кызылгортранс». Сразу после церемонии вручения ключей новые пазики вышли на свои маршруты в микрорайон «Спутник», Левобережное дачное общество, Правый берег, Дальний Кайхем и Вавилинский затон. На этих автобусах имеются таблички с указанием маршрутов. То есть сейчас буквально они уже после вручения, у них уже имеются путевые листы, кондукторы, карты маршрутов, свидетельства транспортных средств. И они сейчас уже практически приступают к перевозке пассажиров. Мэрия Кызыла будет оплачивать первоначальный взнос и процентные ставки в течение всего периода лизинга. В свою очередь арендатор обязуется оплачивать в течение 5 лет лизинговые и иные платежи. Также автобусам предоставили новые маршрутные номера. На сегодня это 6А, 19А, 11, 13, 17 и 25. Кызылчане рады новым автобусам и считают, что конкуренция упорядочит систему в сфере пассажироперевозок. Очень здорово, это хорошо, это нам нравится, потому что частные извозчики нас мучают. Сейчас наши городские транспорт будет работать, это будет для всего нашего народа очень хорошо. Я случайно увидел такое мероприятие. Оказывается, нам привезли 20 автобусов в Кызыл. А в связи с этим хочу сказать, что я в октябре месяце был в городе Томске. Там людей возят только автобусы, плюс трамваи и троллейбусы. Там газели не возят, поэтому я удовлетворен этим большим событием. Напомним, в середине прошлого года был объявлен аукцион на приобретение транспорта для «Кызылгортранс». На условиях лизинга была приобретена первая партия автобусов марки «ПАЗ» в количестве 14 единиц на сумму более 28 миллионов рублей. А также в дополнение еще 6 автобусов, которые обошлись более чем на 13 миллионов. Все пазики прошли технический осмотр и застрахованы.